Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Приветствуем вас, дорогие друзья. Мы исследуем книгу Откровения, книгу, которая говорит нам о будущем, книгу, которая говорит нам о скором возвращении нашего Господа. И помогает нам в исследовании этой книги Ростислав Николаевич Волкославский, автор книги «Тайна Апокалипсиса». Ростислав Николаевич, мы на предыдущих программах смогли с вами рассмотреть две трехангельские вести. Первая весть – это была весть предупреждения. «Убойтесь Бога, наступил час суда, поклонитесь, воздайте славу Богу, Творцу». Вторую весть мы с вами рассмотрели – это была весть призыв. «Выйди из Вавилона, пока есть еще возможность. Оставь эти заблуждения и перейди на сторону Христа». Сейчас мы подходим к вам, с вами к исследованию, наверное, самой сложной вести или такой торжественной вести, предупреждающей или даже страшной вести. Третьей вести из книги Откровения. «Третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и в сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа». Вот это третья весть. В чем ее значение? Если первым мы сказали, это призыв, предупреждение обратиться к Богу, вторая – выйти из Вавилона. В чем же значение этой третьей вести? Третья ангельская весть, которую вы прочитали, она действительно одна из самых тревожных, я бы сказал, одна из самых таких требовательных со стороны Бога. Она подобна некому божественному ультиматуму, который он выдвигает людям в конце времени, и призывая их сделать окончательный выбор между служением Богу или же служением зверю, о котором здесь говорится. Вот. Во всей Библии нет такого грозного предупреждения, как этот. Следовательно, и мы должны уделить особое внимание исследованию этой вести, я так считаю. Можно ли сказать, что Бог здесь возлагает на человека вину за свой выбор? Что я вас предупреждал, но то, что вы пожнете, это вот результат уже будет вашего неправильного выбора. Когда мы уже говорим здесь о суде, о гневе, о чаше гнева, что Бог говорит, этот выбор вы сделали. Да, разумеется, конечно. Человек должен сделать выбор между тем, поклоняться и служить Богу, в соответствии с Священным Писанием и волей Божией, ясно изложенной в Священном Писании. Или же поклониться зверю, о котором говорили мы уже и в первой, и во второй части наших рассуждений. Тогда давайте мы более детально рассмотрим именно эту весть. «Третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое и на руку свою». То есть эти люди будут подвергнуты суду, Божьему наказанию. Поэтому нам важно еще раз разобрать и понять, что означает начертание зверя, образ зверя, что это означает, почему, ну это, наверное, важно знать каждому человеку, раз Бог говорит, по этому выбору будет зависеть и вечная жизнь человека. Да, именно так. Мы не можем говорить поспешно об этих вещах, не можем рассуждать поверхностно об этом, потому что чрезвычайно сложно и чрезвычайно ответственно. Все, что здесь описано, оно является развитием очень устойчивых тенденций истории человечества. То есть оно не случайно появилось в этом мире, вот этот зверь, образ зверя, начертание зверя. Оно все имеет некую историческую предпосылку. Вот, и мы никак не можем сразу перейти к этому, не взглянув назад на историю развития этого процесса.
Поскольку Откровение все-таки занимается историей христианских церквей и христианства, так? Угу. Вот. Иисус Христос обращает свои письма всем именно церквам христианским, то в центре внимания Иисуса Христа все-таки историческое развитие христианства в мире. И почему оно должно встретить такую сложную, такое большое и страшное испытание, которое описано здесь в конце времени. Вот. Те этапы, которые прошло христианство, мы тоже можем дать им оценку не просто вот как богословы или историки, вот, потому что это делается в мире. А если посмотреть и дать оценку ту, которую пророчество говорит, это наша задача сегодня с вами. Посмотреть на это через линзу Библии, через ее свет. Вот. Поэтому мы уже говорили с вами, что исторически сложилось так, вот, что в 4 столетии христианство пережило очень сложную эпоху, поменялась ситуация в мире. Возникло, до этого 3 века было гонений в Римской империи, и Римская империя была официально языческой и формально, и действительно языческой. Христианство было подпольным, гонимым. 300 лет, первые 300 лет. С 4 века происходят изменения в христианском мире и в истории христианской церкви. Почему? Потому что империя становится христианизированной, если можно так сказать. Она не христианской становится, а внешне христианизированной. Вот. То есть император Константин Великий принимает христианскую веру формально, можно сказать, потому что он только за 16 дней до своей смерти принял крещение, хотя на протяжении всей своей жизни активно участвовал в процессах, в соборах церковных и так дальше. Он поменял свои взгляды, то есть из язычества переходит в христианство. А вместе с ним весь генералитет, все министры, все руководство империи тоже становится формально христианским. Куда император, туда и министры все. И в это время произошли судьбоносные изменения и в учении. В самой церкви. Да. То есть происходят такие незаметные подвижки, которые потом оказали влияние на все последующие века. То есть возникает церковно-государственный союз. Союз церкви и государства, который был закреплен уже позже. Императором Феодосием это было официально обозначено. И в конце 4 века христианство уже в империи становится официальной, единой государственной религией. Все остальные вне закона, оказывается. В том числе язычество. Вот. И вот теперь происходит очень сложный процесс, когда начинает меняться сам подход к изучению Слова Божия и к заповедям Божьим. То есть находятся такие моменты, происходят такие моменты, когда появляются такие тенденции в церкви, когда нужно, так сказать, привести в соответствие с теми нормами, которые приняты в языческой империи, положение внутри церковной. То есть церковь начинает уступать государственным интересам, начинает уступать свои основные позиции, и человеческие предания, человеческие учения начинают доминировать над учением Божьим. Да, и мы конкретно можем говорить сейчас о 4-й заповеди, да? Поскольку о 2-й заповеди будет речь позже. По времени 4-я заповедь была первой перенесена с того положения, которое дал Бог и Христос в Откровении. Совершенно ясно в Библии, в Евангелии Матфея, 5 глава, 17 текст говорит нам о том, Христос, что Он не пришел изменить и нарушить закон или пророков.
И если кто-то изменит одну из заповедей сих малейшей, он говорит, и так научит людей, тот малейшим наречется в Царстве Божьем. А кто сотворит и научит, исполнит и научит, тот великим наречется в Царстве Божьем. Это не просто замечание. Это, во-первых, здесь Христос дает кредо для всего христианства, как они должны относиться к заповедям Божьим, к десяти заповедям. Потому что многие и тогда уже думали, как и сегодня, что Христос пришел изменить 10 заповедей и принес новое учение. Да, Он принес новый взгляд на 10 заповедей. Он расширил понимание десятисловного закона. В Нагорной проповеди это совершенно очевидно, когда мы читаем в той же 5 главе. Вот. Но ни один здравомыслящий человек не должен делать выводы, что этим он устраняет фундаментальные истины, сказанные им же раньше. Так? Поэтому, поскольку некоторые думали, что он пришел это все переменить, закон и пророков, 10 заповедей изменить, то Христос ясно говорит, что нет. Кто-то придет в будущем так, и научит так людей, нарушит и научит так людей. Это было тоже пророчество, что будут учить нарушать заповеди Божьи. Это произошло как раз в Римской империи в эту эпоху. Это была тайна беззакония. Это не так открыто и понятно. Люди, которые изменили четвертую заповедь Божью на Ладикийском соборе в 364 году, вот, это, они не делали это так как бы нагло. Вот заповедь Божья, мы ее отбрасываем. Оно все как-то было завуалировано. Им казалось, что они делают нечто лучшее для всего христианского мира. То есть они, вот теперь будем, мы сделаем так, что мы соединим, значит, учение воскресения Христа с празднованием, которое по заповеди должно было совершаться в седьмой день в субботу. Так? И они передвинули это на первый день. То есть это благовидный был повод такой. Потому что в империи праздновался первый день недели. Естественно. Вот. И для императора было удобно, чтобы вся империя имела один выходной день. Ну, можно сказать так, что вот этот компромиссный подход будет идти и дальше через все века. Таким образом, волей человеческой, но не волей Божьей, вопреки очень ясному свидетельству Иисуса Христа и согласно с пророчеством, что такое может произойти и такое произошло в действительности, так? Вот, мы рассматриваем, что вот это и есть то начертание, о котором вы читаете. Почему это так важно? Это не второстепенный и не третьестепенный вопрос, как некоторые говорят. Потому что четвертая заповедь, она выделяет время, Богом выделенное время, для соборного, совместного поклонения всего Его творения перед Богом Творцом. Это так сформулировано в четвертой заповеди закона Божьего. И когда на себя человеческая власть берет полномочия менять ясно изложенную Божью заповедь, это и получается написание или начертание зверя, которое имеет, с одной стороны, тайную такую подоплеку, как будто бы в честь Иисуса Христа, но фактически это дерзкое нарушение Его ясно изложенной воли, что Он не пришел и никому таких полномочий на изменение Его заповедей не дал. Вот, ведь речь идет о 10 заповедях. Это фундаментальный, основной закон. Вот в отношении начертания я хочу сказать еще одну мысль, что со времен императора Константина и Феодосия, то есть с 4 века, прошло сколько веков? 16 веков, да? Вот.
И вместе с тем все законы, которые они издавали, эти императоры, забыли историки. Только где-то там в архивах мы можем найти что-то, что они в кодексах своих писали. А вот это изменение осталось на века. Оно как бы зафиксировалось навсегда. То есть перемена четвертой заповеди, которую сделали в IV веке, до сих пор продолжает оставаться в силе для всего христианского мира. И поэтому мы принципиально возражаем против того, чтобы кто-то имел право менять эти заповеди. И вот здесь-то Господь и говорит, пришло время понять, что это никому не разрешалось никогда делать. И за нарушение этого будет определенные последствия. Да. Что это настолько важно перед Богом, что Бог будет судить за нарушение именно этих заповедей. Конечно. Видите, Бог всегда испытывал людей заповедями Божьими. Всегда испытывал. Каждое поколение испытывалось. Можно было, раньше испытывалось второй заповедь. Не сотвори себе кумира, не поклоняйся перед кумирами и так дальше. Это было испытание первого, второго века, да? До первого и второго века и так дальше. Во все дни языческих империй. Нарушил вторую заповедь из четырех. Значит, Бог считал, что это покушение на его авторитет, это покушение на его людей, это служение чуждое дьяволу фактически. Точно так же и сейчас. Покушение на Божий авторитет как Творца и Законодателя. Вот. Здесь произошел и происходит. И когда современное просвещенное сообщество продолжает это делать, не обращая внимания на четко изложенную волю Божию, оно ставит себя в очень сложное положение. И поэтому Господь предупреждает, что сатана постарается через человеческие орудия сделать это в конце времени камнем испытания для всего человечества современного. Сказано также поклонение зверю. Есть какая-то связь с зверем из 13 главы? То, что здесь сказано. 13 глава показывает появление этого зверя, а 14 глава говорит, что кто примет именно его начертание, это этот же зверь из 13 главы Откровения. Несомненно. Ведь это контекст, идет развитие этой вот последовательности событий, начиная с 12 главы, 13, 14. Это для того, чтобы каждый человек мог проследить и сделать идентификацию. О каком звере, о какой силе идет речь, и чтобы не поклониться ей. Сказано также в 13 главе, что люди примут, большинство людей примет начертание или на чело, или на руку. 14 глава это упускает, но, наверное, подразумевает. Что означает? То есть, что это произойдет в последнее время, когда общество разделится на верных и неверных, и даже те, кто неверные, они принимают как бы разные начертания, на чело или на руку. Что это означает? Вот это очень вопрос уместный и относящийся сюда непосредственно. Вы понимаете, всегда в мире есть люди, которые стараются осмыслить то, что они делают, и те, которые механически выполняют те установки, которые им сверху спускаются. Не задумываясь. Не задумываясь, а просто все так, и мы так. Отцы наши, и мы так. Деды наши, и мы так. Вот. Хотя Господь спрашивает с каждого поколения и с каждого человека персонально. Не с прадедов наших Он будет спрашивать или прапрадедов. Они делали свое дело, и Бог с них спросит за их, так сказать, тот свет, который они имели. Имея меньший свет, они несут меньшую ответственность. Вот. Они в этом отношении могут быть для нас примером только стойкости, принципиальным в том свете, который у них был. Небольшой свет, они от него не отрекались. Пришло время, современный человек получает больше света в связи с распространением Евангелия, с
с развитием проповеди библейской. Естественно, он получает больше, на нем и большая ответственность. Так Христос сказал. Мало знающий, с него меньше спрос. То есть получается, что категория людей, которые будут подвержены наказанию или суду Божьему, гневу Господнему, это те, которые начало, как я понимаю, да, правильно, это те, которые сознательно, осознанно принимают нарушение Божьих заповедей как догма, как принцип, и те, которые на руку, наверное, те, которые неосмысленно до конца, то есть автоматически, по научению, все так поступают, и мы так поступаем, не придавая этому огромного глубокого значения, но поступает так, потому что большинство поступает. Да. Сказано также, что еще они поклонятся образу зверя. Что это также означает? Это связано с последним временем. Что значит образ зверя? Мы видели в Средневековье, это была католическая церковь, которая явно... Церковно-государственный союз, да, который тогда действительно папство, исторически засвидетельствованный, который держал под своим контролем все народы Европы в религиозном плане. Что же означает образ зверя? Образ зверя представляет новое, это повторение этой же модели. Это очень серьезный, принципиальный вопрос. Что в истории происходят повторы, повторения. Типологически сходные эпохи, да, повторяют исходные, так сказать, принципы, являют подобные и характеры, и так дальше. Вот образ зверя – это повторение того церковно-государственного союза, который имел место в Средние века и в раннем Средневековье. Когда мы говорили о Константине, о соединении империи с церковью и церкви с империей, вот, это возник зверь тогда. Почему? Потому что всякое инакомыслие, всякое желание как-то понять по-другому на корню пресекалось. Вот. Мы знаем из истории христианства, так бы делалось в IV, так делалось в V, так в Средние века делалось, когда инквизиция, значит, искала и ловила, и уничтожала всякое отклонение от официальной церковной доктрины. То есть Библия предсказывает будущее, что в будущем создастся вот этот союз церковно-государственный, который будет оказывать огромное давление на все человечество, и где каждый должен будет сделать свой выбор. Или принять Божью печать, то есть Божьи заповеди, верность Ему, или же принять начертание на чело или на руку, но тем или менее подчиниться авторитету именно вот этому союзу. Именно в этом будет происходить вот это большое столкновение перед пришествием Господа. Совершенно верно. Все предыдущие вот эти вот исторические образы, они даны для того, чтобы мы сейчас могли осмыслить суть процесса в христианстве и в мире в целом. Сказано о наказании. То есть, кто все-таки не подчинится Богу, а все-таки выберет человеческую власть или человеческие заповеди, сказано о наказании. И будут пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будут мучимы в огне и сере перед святыми ангелами и агнцем. И дым мучений будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю, образу и принимающие начертания его». Ну, картина ужасная. Что имеет в виду здесь пророк, когда пишет эти слова? Он имеет в виду то, чтобы передать в точности волю Божию. Что здесь шутить недопустимо. Бог – ревнитель, Он не тиран и не инквизитор, чтобы во веки веков мучить. Это все-таки образный язык. То есть не буквально, что они будут всю вечность мучиться, написано «перед лицом Агнца», то есть получается «перед Иисусом» и «ангелами». Да. То есть как-то вот немножко нет сопоставления с характером любви Бога. Ну да, но мы не можем тут перескакивать из образного языка в буквальные понятия. Все требует истолкования. И в данном случае, если мы истолковали, что такое зверь, что такое образ зверя, что такое начертание зверя, то, естественно, и наказание, дым мучений и так дальше, все тоже образы. Образы, которые, смысл которых заключается в том, что возврата назад не будет,
что наказание будет окончательным. И если брать другие места Священного Писания, где говорится о наказании окончательном, вот там совершенно ясно говорится о том, что этот огонь, который уничтожает все греховное в мире, он уничтожит все и не будет не оставить ни корня, ни ветвей. Почему такими категоричными выражениями передается эта истина? Потому что все-таки ставка очень велика в жизнь каждого человека. Вот. Были такие попытки истолковать суды Божьи по-другому. С одной стороны, говорили, что это будут абсолютно вечные муки, бесконечные, которым конца не будет и так дальше. Это, конечно, дурная вечность, как справедливо говорят мыслители. И в православии есть такие мыслители, это и Бердяев об этом говорит, что это дурная вечность, неправильно понятая вечность. Вот. То есть идея не в процессе, да, не длительности, да, а, наверное, в самом сути наказания. В сути, да, что не будет возврата назад. И есть другое учение, что, дескать, вот они пройдут вот это какое-то огненное испытание, а потом снова будут возвращены, очищены, и этот огонь как будто бы их очистит. Вот. Так это ложное тоже учение. Господь хочет этим сказать, что суд выносит окончательное и бесповоротное решение. И для Бога немаловажно, как говорить с людьми, поскольку Он знает, что настолько очерствели человеческие сердца и умы, что их каким-то уговариванием и той благодатью, которую Он веками по отношению к человеку проявлял, ту милость и бесконечное прощение, она уже не работает в конце времени. Почему? Не сработает. Потому что Бог исчерпал всю полноту добрых предложений. Не так ли мы, люди, делаем, когда даем шанс преступнику? Один, второй, третий, да? А потом, конечно, в конечном счете говорят, все, кончилось. Правосудие требует, чтобы раз ты не избрал этого, ты должен понести полноту наказания. Наверное, можно провести определенную аналогию и с временем потопа, когда Ной проповедовал весть, как это будет последнее время. Народ Божий будет проповедовать весть предупреждения. Каждый человек должен сделать выбор. Или войти в ковчег, или остаться вне ковчега, или принять печать Божью или начертание зверя, и рано или поздно дверь закрывается. И когда излились воды потопа, погибло все человечество. Так мы видим, Господь проводит аналогию, что окончательный суд приведет к окончательной гибели всех, кто отказался принять Божьи заповеди и сохранили свою связь с грехом. Я согласен. Спасибо вам большое за столь интересное исследование Писания. Мы благодарны всем нашим телезрителям, что они были с нами, и приглашаем и дальше с нами исследовать Слово Божье. Пусть вас Господь благословит. Мережа терміналів миттєвих грошових переказів допомагає нам заощаджувати час та швидко поповнювати рахунки. Відтепер через об'єднану систему миттєвих платежів та iBox ви можете пожертвувати кошти на розвиток телеканалу «Надія». Заходьте в розділ «Інші послуги», знайдіть телеканал «Надія» та додержуйтеся інструкції. Підтримайте розвиток українського християнського телебачення вже сьогодні. Інформацію про розташування терміналів ви можете знайти на нашому сайті www.hopchannel.info.